Від з Білого Дому зараз буквально секунду тому з'явились ось ці новини, що не Байден, Каміла Гарріс і Джек Саліван. По його політиці, між іншим, є певні питання в українських експертів-міжнародників. Але я все-таки про Велику Британію. Ким буде представлена делегація? Чи зрозуміло вже офіційно на глобальному саміті миру в Швейцарії? Вы знаете, пока я не вижу официального подтверждения, кто поедет. Были всякие слухи, но я даже не буду их повторять, потому что это все как-то меняется. Отчасти это связано с выборами, которые предстоят 4 июля, и здесь, в общем-то, переполох. Например, Риши Сунаку довольно сложно поехать, потому что он сейчас просто, ну, занят выше крыши, что называется, с раннего утра до позднего вечера работает на избирательную кампанию своей партии. Сомневаюсь, что он поедет. И это уже плохо, понимаете, потому что любой другой уровень, ну, приедет какой-нибудь министр, допустим, там, Гранд Шапс или кто-то еще, и вдобавок из правительства, которое уже хромая уткой, все понимают, что на 90% после 4 июля в Британии будет другое правительство, лейбористское. Тут впору лейбористов каких-нибудь высокопоставленных приглашать на этот форум. В общем, такая особая совершенно ситуация неожиданно сложилась, потому что ведь это все как снег на голову свалились эти выборы. Все их ждали в декабре-январе, когда они должны были быть по закону, последний срок. И вдруг вот Риши Сунак изумил всех, включая своих однопартийцев. Там у него какие-то особые были соображения, можно на эту тему поговорить, но, может быть, и не стоит вдаваться во внутриполитическую ситуацию настолько. Ні, це дуже важливо, пане Андрію. Я хочу вас про це розпитати, тому що нам важливо, як, чому і наскільки сильно штормить британський парламент, тому що Британія – це все-таки один із найпотужніших українських партнерів. Ми завдячуємо тією величезною допомогою, яку надали нам британці. Ну і, власне, ми розуміємо, що нам надважливо зараз стежити за цими політичними процесами, які відбуваються там, для того, щоб зрозуміти, на що ми можемо розраховувати далі. Відверто, егоїстично, але це правда. Ми зараз в таких умовах, в умовах війни, коли ми мусимо розуміти, на кого нам можна спертись, да? Хто наш товариш і друг. Які перспективи зараз після цих дострокових виборів має і Ріші Сунак, і загалом, наскільки може видозмінитися підтримка України через переобрання парламентське? Ну, я думаю, в краткосрочному плані нічого не зміниться, к щастю, тому що у Кіра Стармера, у лідера лейбористів, позиція абсолютно тверда. Он не колебался ни секунды, ни в каком-то нюансе. Он всегда говорил, я полностью на 100% поддерживаю линию наших политических противников, находящихся у власти. Тем не менее, я полностью, и наша партия полностью поддерживает то, что происходит в отношении войны в Украине. То есть это курс на всемирную, всевозможную экономическую, военную, политическую, моральную поддержку Украины. И нет оснований нисколько сомневаться в том, что Стармер искренен в этом отношении и что он будет продолжать этот курс. Другое дело, что мы не до конца понимаем, каков будет состав правительства. Там, конечно, есть некий левый фланг, который вызывает сомнения в этом смысле. Правда, таких оголтелых корбинистов из партии вычистили во главе с самим Корбином. Но есть его последователи, и некоторые из них занимают все-таки достаточно видные позиции. Вот насколько их влияние на политические решения будет большим, мы пока не знаем. И даже Стармер, наверное, не знает. Вокруг этого много всякого шума. Вот, например, одна из ближайших соратниц Корбина, Дайана Эбботт, она очень такая противоречивая фигура, и пытались ее руководители во главе со Стармером не допустить до выборов. Но разразился бешеный скандал. Заместительница Анджела Рейнер, заместительница Стармера по партии, выступила с публичным протестом, заявила, что это невозможно, что, конечно, Дайан Эбботт может баллотироваться. Ей вроде бы предложили откупного, а именно в Палату лордов попасть, чтобы она не участвовала в этих выборах и не влияла на правительство. Неизвестно пока, чем история закончится. Ну и таких историй несколько, хотя это самое, пожалуй, яркое. И вот есть эта опасность, такая, я бы сказал, теоретическая пока и в долгосрочном, скорее, плане. То же самое касается и консерваторов. В общем, почти наверняка на 90% все обозреватели уверены, что это будет сокрушительная победа лейбористов, и консерваторы после этого окажутся в состоянии очень острого кризиса. Там их и так уже раздоры всяческие, шатания были, а когда
после такого поражения, после ухода от власти с грохотом, начнутся там, конечно, еще более сильные трения и конфликты. И предрекают раскол партии и то, что правый фланг его заберет себе, он уже об этом официально заявляет, что в этом его цель, Найджел Фарадж. А Найджел Фарадж — это лучший друг Трампа, и его позиция по Украине вызывает большие вопросы. Он в свое время публично восхищался Путиным, говорил, что это самый потрясающий политик на нашей планете сейчас. Правда, это до начала войны в Украине было, скажем, справедливости ради. Но, тем не менее, личность в этом смысле несколько сомнительная. Но консерваторы будут долго в оппозиции, поэтому как бы на несколько лет, почему я говорю, что в краткосрочном плане, наверное, нечего беспокоиться, но в дальнейшем может появиться такая крайне правая трампистского типа партия, которая начнет создавать проблемы правительству. Я вот это предвижу, конечно. Вы знаете, у нас на выборах принято, что політики щось обіцяють виборцям своїм, якісь ключові теми несуть на своїх прапорах, ну і з чимось ідуть на ці вибори. Українське питання, наскільки воно сьогодні на устах у британських політиків, чи все-таки внутрішні питання, вони сьогодні домінують? Да, внутренние полностью доминируют вопросы. Причем я должен признать, что обе партии обещают нереальные вещи. То есть они и на то готовы бросить большие деньги, и на это, и на медицину, и на там, решение экономических конкретно проблем. Откуда они эти деньги возьмут, при том, что они обещают налогов не повышать, обе партии, непонятно вообще. То есть это такая сказка какая-то. И те, и другие сказочные вещи рассказывают своему населению, что, конечно, очень некрасиво, и вообще все как-то неправильно. Раньше все-таки такого не было. Но вот это тоже эпоха постправды, что ли, во всем мире наступила, я не знаю. И поэтому трудно сказать, что правительство будет делать по этим внутренним вопросам, и это очень беспокоит население, очень. А Украина проговаривается где-то там, но мимоходом. Но это хорошо, потому что обе партии говорят, мы будем продолжать. Вот то, что происходило, мы будем самыми верными друзьями Украины. Но это как бы не ставится под сомнение ни теми, ни другими в настоящий момент. Поэтому я еще раз хочу в этом смысле ваших зрителей заверить, что беспокоиться вот, ну, в краткосрочном, в обозримом будущем, видимо, не о чем. Звісно, ми будемо стежити за тим, що відбувається там. Дуже важливо, хто буде представляти Велику Британію на глобальному саміті миру. Для нас, звісно, ми дуже розраховували, що і Байден приїде. Ну і нам важливо зараз в контексті, ви знаєте, цих розмов про дозволи бити по Російській Федерації західною зброєю, отримати, ну, фактично такі... такі запевнення від багатьох країн, але від ключових партнерів, безперечно, найголовніше. Скажіть, ми чули публічні заяви від Великої Британії, що стосується дозволу бити по території Російської Федерації британською зброєю. Водночас, чи чітко вам зрозуміло, що дозволили Storm Shadow використовувати для цього? Ну, я так понимаю, что Storm Shadow уже применялся, по крайней мере, в Крыму, там и еще по каким-то целям. Мы говорим по территории Российской Федерации. Ну да, это, конечно, Крым, конечно, территория Украины, это правильно. Но, по крайней мере, то, что Россия считает своей территорией, я только имел в виду это, то есть как бы должно быть большим раздражителем для Путина. Другое дело, что по международному праву, конечно, это украинская земля. Но... Вот боятся, конечно, и британские, я уже говорю, по-моему, в ваших программах, это боятся британские лидеры какого-нибудь случайного попадания, ну, я не знаю, в жилой дом, понимаете, погибнет 200 человек, из них 50 детей, и это, конечно... Да, мы добре знаем, как это. Да, ну вот, и представляете, какой будет шум, если это случится, причем даже не по вине Украины, потому что ведь ракету эту можно теоретически там сбить или изменить курс ее падения, и вот, представляете, это происходит. То есть это будет подарок Путину невероятный. Они раздуют это до космических масштабов. И в ООН там, и в западном общественном мнении будут обращаться изо всех сил и так далее. Вот это, конечно, надо, чтобы этого не случилось. И вот, наверное, британцы, как и американцы, хотели бы вот каких-то заверений от Украины, каковы тут планы. Потому что понятно, что бить можно по военным объектам, по НПЗ, по тем же, там, по объектам военной экономики.
теоретически можно вообще куда угодно бить. Почему Россия? Ну, теоретически, с точки зрения этики и морали. Раз Россия позволяет себе, Украина тоже может себе это позволить. Но это не в интересах Украины, если это приведет там, к массовой гибели среди гражданского населения. Других же я проблем, честно говоря, не вижу и не понимаю, в чем тут дело. Я вот, например, отказываюсь. Некоторые уважаемые мной британские обозреватели тоже пишут в последнее время, администрация Байдена не хочет поражения России. Вот не понимаю я этого. Я думаю, что хочет, но она другого боится. Она боится, что, увидев неизбежность своего поражения, Путин пойдет на применение ядерки. Вот чего они боятся, а не самого поражения как, так сказать, как факт, самого по себе. И это беспокойство понять можно, поскольку непредсказуемый совершенно лидер, капризный, видимо, нездоровый психически уже. В этих условиях, конечно, не так просто. И несут американские лидеры ответственность перед своим населением за то, чтобы до ядерной войны дело не дошло. И это их, конечно, беспокоит. Можно спорить, насколько это блеф, то, что там российские угрозы. Я думаю, что на этом этапе это в основном блеф. Но ведь речь идет не о том, что сейчас происходит, а вот действительно, если и Крым начнет Россия терять, то есть будет полное вот это поражение России, которое Путин увидит как смертельное поражение, которое означает конец там его жизни, тобто, конец что всего. Что вы думаете, пан Андрій, добро на Storm Shadow будет или нет? Да, я так понимаю, что в принципе оно есть, я так понимаю. Я, конечно, понимаете, со мной государственными секретами не делятся, но из намеков всяких и так далее, я вот понимаю, что это добро есть, там есть какие-то вот эти оговорки. Я только что высказал предположение, каков может быть их характер. Но я так понимаю, что нет проблемы в целом. Водночас The Telegraph сьогодні ділиться цікавими думками у своїй публікації. Він пише про те, що Національна служба контррозвідки Британії Мі-5 отримала розпорядження переорієнтувати свої зусилля на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю і Росії. Зрозуміло, що війна російсько-українська і, власне, залученість Британії, скажімо, до такої активної допомоги Україні, ці процеси дуже посилила. Наскільки занепокоєні ними у Великій Британії загалом, що може означати ось таке переорієнтування? Ви знаєте, яка інтересна річ? Може бути, звісно, я допускаю, що я ошибся, але я рази 4 пролистував в електронному виді Daily Telegraph за останні 3 дні, і цього матеріалу не знайшов. Він там був, я знаю, але, видимо, його там більше нет. І я бачу публікації інших істочників, які не хуже, ніж Daily Telegraph, зв'язані там з спецслужбами, мають ті ж примірні істочники, которые из этого текста я начал догадываться, почему. Вот этот термин «переориентация», он, видимо, вызвал протесты как читателей, так и властей, потому что это пугает британцев. А рядового британца по-прежнему гораздо больше беспокоит перспектива террористических актов, чем даже неприятные действия иностранных шпионов. И когда ему говорят… А все помнят приклады. Да, это теперь отодвинуто куда-то на задний план, а мы будем заниматься другим. Ну, и я думаю, что даже и руководство контрразведки вмешалось. Вот там есть такой намек, я читал один из материалов, где его цитируют руководителя MI5, который избегает этого термина переориентации. Он просто говорит, почти столько же надо энергии и средств и сил употребить на борьбу с этим иностранным шпионажем, как на борьбу с терроризмом. Вот такая вот поправочка. И да, проблема большая. В том же материале рассказывается, что вот 20, видимо, разведчиков профессиональных работают под крышей китайского посольства, а общее число агентуры измеряется тысячами, может быть, даже больше, чем 10 тысяч агентов работают активно в Великобритании. Там, ну, на 90% это промышленный шпионаж, но не только. Иранская агентура, которая просто, вы знаете, они что творят? Они нанимают местных гангстеров, бандитов. И бандиты нападают на иранских иммигрантов. Там избиения, угрозы. Никто еще пока не погиб, но на грани. Одно время иранские оппозиционные журналисты вынуждены были бежать просто в США, потому что британская контрразведка вдруг им сказала, или полиция, мы не можем вас защитить, это такая проблема. Они там наняли половину уголовного мира британского, чтобы она там с вами расправлялась. Мы не можем справиться. Но потом вроде бы справились, вроде бы вернулись.
Но человека избили, кстати говоря, недавно одного из журналистов, очень серьезно. Китайцы вот творят свое, и Россия, конечно, вокруг войны в Украине, серьезнейшая активизация российской агентуры в Великобритании, и понятно, что этим надо заниматься, этим немного пренебрегали, видимо, и вот эта задача поставлена поправить это. Пане Андрію, я дякую вам за розмову. Дякую, що ви доєднуєтесь до наших етерів. Ми завжди вам раді. Спасибі. Андрій Остальський, британський журналіст, письменник, був нашим гостем. Спасибі. Дякую.